Так, ну и что из этих квадратиков получится? Ну, кот. Кто? Кот. Что-то я тебе не верю. Да сейчас сами все увидите. Вот уже и глазки, и носопырочка, и овал мордочки, ушки. И, конечно, я на этом не остановлюсь. Мне хочется, чтобы это был тот самый рыжик, которого я позвала, а он внезапно откликнулся. Такой бродячий уличный кот, который шел куда-то, возможно, на разборке с другими котами. А я его взяла и отвлекла, просто откликнув. «Эй, рыжик, повернись! Я очень хочу тебя нарисовать!» И вот этот бандюган уже у меня на холсте. Такой яркий, красивый, с насыщенными желтыми глазами. Немного, который испугался и ворчит. «Ой, да что тебе надо, незнакомая девочка?» А я подошла, погладила его по его рыжей голове и сейчас рисую. Ну что я могу с собой поделать? Очень люблю котов. И даже незнакомый на улице бандюган заставляет меня улыбнуться и протянуть ему руку. И если ты тоже любишь животных, поставь этому видео лайк. Посмотри, какой у меня вышел замечательный рыжик.